всем рассказать. До солнечного дня. Солнце.
чем рассказать? Да солнечного. О, Малец, привет, я тебя слушаю.
Все.
солнечного это еще было. Тогда... Привет. Привет. Привет.
потом рассказать. Да что? На 3 дня с собой припасов взяли. Связи, правда, нет. Хорошо, хоть патронов отсыпали нам от души. Вдоль дорог шли, в леса не углублялись. Там лично всякая фигня творилась. То свет зеленый, то и вопли какие-то не понятно. Ну, что вам рассказать? Готов.
вам рассказать? Да солнечного это еще было, когда много вокруг непонятного творилось. Пошли.
блин! Thank you.
вам рассказать. До солнечного это еще было, когда много вокруг непонятного творится. Пошли, значит, мы как-то в рейс. Автоном. На 3 дня с собой припасов взяли, связи, правда, нет. Хорошо, хоть патронов отсыпали на душу. Вдоль дорог шли, вылетали на глазами. Там лично всякая фигня творилась, то свет зеленый, то вопли какие-то непонятные. Ну, на 2-й день на крыс нарвались. Серега на радостях пару штук и грохнул. Он на всякий случай, ну, мало ли там, даже жратва какая фигня случится, в общем, убил. Ну и тут они как дали из-за бугра толпой. Ох, я сразу кирпичей навалил, боже мой, думаю, Аруин, давай к лесу, давай к лесу. А чего давай? И так все язык как лицо побежали. Хоть на деревья полезем, рванули, а Серый как назло и навернулся качественно. Да, а что, Серега? Да живой он. Крыс тварюга какая-то напугала, они толпой чухнули, а потом и по нему пробежались. Правда, ботинки и рюкзак сожрали все-таки. Ну а мы вперед уже не пошли, очко-то не стальное часть. А не фартовый наш, так до базы босой и топал. Хорошо хоть... Thank you.
канун! Ну, что вам рассказать? Да солнечного это еще было. Тогда много вокруг непонятного творилось. Пошли, значит, как-то в рейд. Автономно. За три дня сколько припасов взяли, денег, правда, нет. Хорошо, хоть патронов отрывало на душу. Вдоль дорог шли, машины там. А здесь на 5 дня курило. Все зеленые, мокрые какие-то непонятные. Ну, на второй день накрыто. Давай, и так все, язык-то причем пообежали. Хоть на деревья полезем, рванули, а серый как назло и навернулся качественно. Да, а что, Серег, живой он. Крыс, тварюга какая-то напугала, они толпой чухнули, а потом и по нему пробежались. Правда, ботинки и рюкзак сожрались все-таки. Ну, а мы вперед уже не пошли, очко-то не стальное, чай. А не фартовый наш, так до базы босой и топал. Хорошо, хоть до носков не добрались, твари серые.